Госсовет согласовал назначение на должность прокурора Коми 57-летнего Николая Егорова. Сейчас в аналогичном статусе он работает в соседнем Ненецком округе. Причем с 2013 года. А до этого успел наработать опыт в Ленинградской области. Кандидатуру на этот пост предложил генпрокурор России Игорь Краснов. Федеральное ведомство характеризует претендента как квалифицированного, требовательного и профессионально подготовленного руководителя. Специально поддержать претендента в Сыктывкар приехал заместитель генпрокурора Алексей Захаров. С трибуны парламента он зачитал факты биографии Егорова, список его наград и в целом рекомендовал его на этот пост. Обладает большим практическим опытом и организаторскими способностями. Проявляет оперативность и принципиальность при решении практических вопросов прокурорского надзора. Умело нацеливает подчиненных на реальное устранение и нарушение закона. По своим профессиональным и деловым качествам Егоров Николай Валентинович способен организовать деятельность прокуратуры Республики Коми в соответствии с предъявляемыми требованиями. Кандидатуру Николая Егорова поддержали 23 депутата Госсовета. Впрочем, окончательное кадровое решение – компетенции президента России. В соседнем регионе Егорова характеризуют как принципиального борца с проявлениями коррупции и примерами неэффективного расходования бюджетных средств.